Сейчас я покажу вам два вопроса от подписчика моего канала в Telegram. Сначала он задал один, потом второй. Ну, в принципе, они об одном и том же, поэтому отвечу сразу на оба. Поступки и поведение женщины мужчина пытается объяснить рационально и найти в них какую-то логику, потому что он сам, как правило, поступает логично и рационально. Однако, хоть это особо не афишируется, согласно исследованиям, женщины страдают от различных психических заболеваний гораздо чаще, чем мужчины. И если вы мне не верите, то можете сами поискать информацию в интернете. Но и без всяких исследований видно, что очень многие женщины вокруг нас ведут себя не совсем адекватно. Обычно это списывается на плохой характер или недостатки воспитания, но на самом деле у женщины проблемы с психикой. А поэтому объяснить ее поведение с точки зрения логики психически здорового человека у мужчины не получается. У некоторых женщин фляга свистит постоянно, и про таких говорят, что они стервы. А у некоторых только во время обострения, тогда говорят, что у женщины ПМС. Но если исходить из того, что женщина немного не в себе, ее поведение сразу становится понятным. На мой взгляд, обе женщины, о которых вы пишете, имеют определенные психические отклонения. Я не специалист, но среди подписчиков моего канала в Telegram есть действующий врач-психиатр. И если он как-то прокомментирует то, что я сказал, то его комментарии я всем покажу на канале.